в обострении конфликта. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт как можно быстрее был разрешен, но только не способом физической ликвидации людей на юго-востоке Украины. Кстати говоря, и мы готовы уговаривать, готовы приводить аргументы людям на юго-востоке страны, чтобы был найден какой-то компромисс. Мы к этому готовы и этого хотим. Нужно, чтобы этого захотели наши партнеры в Киеве.